Управлением Россельхознадзора в рамках соглашения с ГУМВД, значит, проводятся совместные рейды по выявлению дикорастущих наркосодержащих растений. В данном году, значит, при проведении очередной операции выявлен очаг дикорастущей конопли. В ходе проведения рейдов сотрудниками наркоконтроля отбираются образцы растений и направляются на исследования с целью выявления содержания наркотических веществ. А также проводится проверка в рамках 144-145 статьи Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. В данный момент проводится обследование в Лысогорском районе. Выявлен очаг дикорастущей конопли в размере 930 тысяч квадратных метров. Информация о выявленном очаге произрастания дикорастущих растений зарегистрирована и в настоящее время проводится проверка. За текущий вегетационный период инспекторами управления Россельхознадзора по Саратовской области выявлен 31 факт произрастания конопли площадью 112 гектаров. По информации наркоконтроля, содержание наркотических веществ подтвердилось в растениях, выявленных на площади 47 тысяч квадратных метров. Данные очаги произрастания конопли уничтожены. По остальным фактам проводится проверка. Со стороны управления принимаются меры к собственникам участков земель сельскохозяйственного назначения, допустивших зарастание земель сорными растениями, в том числе коноплей.